Социал-демократическая партия считает недопустимым реализацию плана, предусматривающего проведение совместного заседания кабинетов министров Молдовы и Румынии на территории недружественного по отношению к молдавскому народу румынского государства в городе Ясы, намеченного на начале марта. После назначения на пост премьер-министра Румынии, главы внешней разведки Румынии Михаила Звана Унгуряна, в первом телефонном разговоре с премьер-министром Молдовы Владимиром Филатом они договорились о проведении политического демарша с целью продемонстрировать последовательность обеих сторон в идеях унионизма и территориального поглощения Румынии, территории и народа нашей страны. Социал-демократическая партия обращает внимание общественности Молдовы, что для межгосударственного сотрудничества правительства Республики Молдовы учреждаются межгосударственные комиссии. Такие же комиссии создаются правительствами Румынии, Украины, Российской Федерации и являются эффективным методом двухсторонних межгосударственных отношений. Можно было бы приветствовать изменение установленного формата отношений и проведение при определенных обстоятельствах совместных заседаний исполнительных органов власти, если бы правительство Молдовы сделало это по случаю вступления Молдовы в Европейский Союз или Евразийское экономическое сообщество. Румынское государство отказалось подписать с Молдовой договор о государственной границе между Молдовой и Румынией и договор о дружбе и сотрудничестве между Румынией и Молдовой, что поддерживает юридический статус Румынии как недружественной страны по отношению к Молдове. Состав правительства Молдовы в большой части состоит из граждан Румынии, которые дали клятву служить интересам соседнего недружественного государства. В этих обстоятельствах проведение совместного заседания правительств Молдовы и Румынии представляет угрозу национальной безопасности Молдовы и является посягательством на суверенный статус органов власти страны. Социал-демократическая партия заявляет, что в случае проведения совместного заседания правительства Молдовы и правительства Румынии в Ясах мы предпримем все меры для того, чтобы не допустить въезд на территории Молдовы граждан Румынии, участвующих в этих заседаниях, и аннулирование всех принятых решений, не соответствующих нормам Конституции Молдовы.